Новая тактика Киева и три сценария для Украины. Что говорят политики и эксперты? Поддержка Украины со стороны США и Евросоюза снижается. В Киеве все еще надеются развернуть ситуацию в свою пользу, меняя тактику в общении со своим главным союзником Вашингтоном. Однако в успех украинских властей, похоже, больше не верят ни на Западе, ни в самой Украине. Почему инвестиции в Киев уменьшаются, что предпринимают украинские власти и по каким сценариям может развиваться конфликт в Украине, рассказываем в обзоре Белта. Желание финансировать Киев достигло минимума. Как изменилась политика США? То, что политика Вашингтона в отношении Украины в корне изменилась, стало понятно еще в сентябре после визита украинского президента Владимира Зеленского в США. Десятки республиканцев использовали визит Зеленского как повод для того, чтобы с презрением отнестись к просьбам Украины и высмеять ее лидера, писало на этот счет американское издание Axios. Лидеры Конгресса отказали Зеленскому возможности выступить с публичным обращением на Капитолийском холме. Вместо этого конгрессмены устроили допрос президента Украины. «Меня прямо спросили, если мы не окажем вам помощь, что произойдет?» «Произойдет то, что мы проиграем», – рассказывал позже о разговоре с членами Конгресса Зеленский. Вскоре после этого Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США на 45 дней до 17 ноября. При этом из временного бюджета были исключены пункты о предоставлении финансовой помощи Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в начале ноября сообщил, что США израсходовали уже 96% средств, выделенных на поддержку Украины с начала конфликта. На прошлой неделе Пентагон предупредил, что теперь он должен ограничить свою поддержку Киева, поскольку ведомство уже исчерпало на 95% свои резервы для Украины. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг проинформировала, что ведомство продолжит выделять Украине пакеты помощи, однако в меньшем объеме. Комментируя заморозку помощи со стороны США, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба задался вопросом: «Произошедшее нужно расценивать как инцидент или систему?» Кулеба выразил надежду, что речь о случайности. Однако дальнейшие заявления американской стороны говорят о том, что Соединенные Штаты в корне изменили тактику в отношении событий в Украине. Так, в Вашингтоне заявили, что условием для дальнейшей помощи Киеву является борьба с коррупцией. То есть США впервые начали увязывать оказание военной поддержки Украине с проведением реформ. До сих пор единственное, что требовали США от Украины – продолжать боевые действия. Соединенные Штаты будут оказывать военную поддержку Украине столько, сколько потребуется, вновь и вновь повторял президент США Джо Байден. При этом на распил финансовых средств в Киеве американские власти были готовы закрывать глаза. Между тем, 16 ноября Сенат Конгресса США принял новый проект финансирования работы федерального правительства страны без помощи Украине. 14 ноября документ был одобрен Палатой представителей. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Байден готов подписать данный законопроект. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, отказ Палаты представителей утвердить запрос Белого дома о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву. Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться, заявил Салливан. Как отмечает газета The Washington Post, в Конгрессе желание финансировать Киев достигло нового минимума. Кроме этого, опросы общественного мнения в США показывают снижение поддержки оказания военной помощи Украине. Тактика общения с Вашингтоном изменилась. Что предпринимает Киев? Очевидно, что в Киеве вопрос об инциденте или системе больше не стоит. Теперь украинские власти пытаются найти способы продлить финансирование со стороны США. Так, депутат Верховной Рады Александра Устинова в интервью американскому изданию The Hill сообщила, что Киев вынужден менять тактику общения с Вашингтоном из-за снижения военной поддержки. Устинова находится в постоянном контакте с американскими законодателями, пытаясь добиться выделения дополнительного финансирования и поставок вооружения для Украины, пишет The Hill. Однако поддержка со стороны США ослабевает. В общей сложности с февраля 2022 года Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму 44,2 миллиарда долларов. Однако последние пакеты помощи исчислялись уже не миллиардами, а миллионами долларов.
По словам Устиновой, раньше в США говорили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. А Киев, в свою очередь, требовал от американских чиновников и законодателей более совершенного оружия и введения санкций против России. Теперь же ситуация изменилась. Поэтому украинским властям приходится менять свой подход в общении с американскими чиновниками. Киев начал передавать Вашингтону подробные отчеты о ситуации на поле боя, объясняя, что нужно ВСУ и для каких целей, а также делясь ожиданиями и планами. «Мы пытаемся объяснить им, каковы планы, как осуществляется подотчетность, насколько мы прозрачно действуем», — объяснила Устинова. В качестве завершающего аккорда интервью Захил приводит слова Устиновой о том, каким она видит завтрашний день. «Украинцы привыкли жить здесь и сейчас. Вы не знаете, что с вами произойдет завтра, и вы не знаете, как будет выглядеть завтрашний день. Я просто говорю честно, так что я ничего не планирую», — признается украинский депутат. Усилия предпринимает офис Зеленского. Глава администрации президента Андрей Ермак посетил с визитом США, встретившись с главой Госдепа Энтони Блинкеном. По итогам встречи Ермак сообщил, что подробно проинформировал Блинкена о ситуации на фронте и указал на возможность предоставления Киеву средств ПВО. Указал на важность скорейшего заключения двухстороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности во исполнении совместной декларации G7 о поддержке Украины, подписанной в Вильнюсе 12 июля текущего года, сообщил Ермак. Отчитался перед Вашингтоном о ситуации на фронте и нуждах ВСУ главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный. На днях он провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купинское и Мариинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. Также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на неотложных нуждах украинских войск. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов, сообщил Залужный. Кроме этого, появилась информация о том, что Киев пытается организовать переговоры Зеленского и экс-президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники, близкие к офису президента Украины, сообщило украинское издание «Страна». Трамп сейчас фактически контролирует Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского, рассказал источник издания. Между тем, министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью американскому изданию «Политика» заявил, что если Запад закроет финансирование для Киева, то в 2024 году стране грозит дефицит бюджета в 29 миллиардов долларов. Сохранение макроэкономической стабильности очень важно, потому что помимо войны нас ждет экономический кризис. Если Украина окажется в кризисе, это будет иметь побочные эффекты для ЕС, заявил Марченко. Это не ток-шоу, а я не астролог. Чем поможет ЕС? На минувшей неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны Евросоюза должны быть готовы ее компенсировать. При этом Боррель заявил о политической компенсации. Прогнозировать последствия снижения помощи со стороны США Боррель не берется. Рассуждая о готовности ЕС увеличить поддержку Киеву в случае сокращения американских поставок, Боррель сказал следующее. «Совет ЕС – это не ток-шоу, а я не астролог. Я не знаю, что случится в США в следующем году. Мы должны действовать более серьезно, чем обсуждать подобные спекуляции. Мы должны сосредоточиться на нынешнем времени. И, честно говоря, я слишком занят своими текущими делами, чтобы тратить время на спекуляции». Дипломат заявил, что Евросоюз не сможет до конца года отправить в Украину 1 миллион снарядов и ракет, которые ранее были обещаны Киеву. Он также обратил внимание, что у Брюсселя нет собственного склада боеприпасов для Украины. Снаряды в Украину должны поставить страны Евросоюза, считает Боррель. Во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС журналисты попросили Борреля прокомментировать слова главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что война зашла в тупик и ЕС должен обеспечить Киев оружием для нового контрнаступления. На это Боррель ответил, что он не эксперт в данном вопросе. «Главнокомандующий украинской армии знает ситуацию лучше меня. Я не буду обсуждать с ним ситуацию на поле боя. Он знает, и если он сказал то, что он сказал, я этого не знаю и не должен знать, прав он или нет. Моя работа заключается в том, чтобы поддерживать его. Не я и не мы воюем, это украинцы. Я не могу вам сказать то, чего я не знаю, и, откровенно говоря, знать это не является моей работой», — заявил Боррель. Примечательно, что еще год назад Боррель заявлял, что война должна быть выиграна на поле боя. Со стороны дипломата подобная воинственная риторика вызывала как минимум недоумение.
Выделение помощи Украине со стороны ЕС уже неоднократно блокировало Венгрия. На этой неделе представители Венгрии и Украины провели встречу, на которой обсуждался вопрос о разблокировке планов создания фонда ЕС на 20 миллиардов евро для оплаты военных поставок Киеву до 2027 года. Решение по этому вопросу будет приниматься на саммите ЕС в декабре. Между тем, как отмечает ТАСС, возражения Венгрии в этой ситуации – это не главная проблема. Главная проблема в том, что в бюджете ЕС нет необходимых средств на эти нужды, что прямо признала Еврокомиссия, когда выдвинула эти предложения в июне. Она обратилась к странам ЕС с призывом внести дополнительные взносы в бюджет сообщества для финансирования Киева, что не встретило понимания со стороны европейских столиц. На этой неделе во Франции заявили, что Париж намерен отказаться от передачи Киеву вооружений и своих арсеналов. «Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», цитирует ТАСС министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекарню. Глава военного ведомства напомнил о недавно опубликованном парламентском докладе, согласно которому размер военной помощи Франции и Украине достигает 3 миллиардов евро. Согласно этому же докладу, из бюджета Франции выделено 200 миллионов евро в специальный фонд поддержки Украины, из которого Киев может тратить средства на закупку новых вооружений, но только у французских поставщиков. В то же время в МИД Украины пояснили, почему ЕС не может поставить Украине обещанные снаряды. По мнению главы ведомства Дмитрия Кулебы, выполнить обещание о поставках боеприпасов Евросоюзу мешает плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество несинхронизированных вещей. Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и именно поэтому, находясь в Берлине, я призвал ЕС разработать целостностную политику в сфере оборонных индустрий, цитирует Кулебу страна. Минск-3 и геополитический ребус. Какие прогнозы по украинскому конфликту? В последнее время все больше можно услышать прогнозов касательно развития событий в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях заявил, что конфликт в Украине может затянуться. «Война Украины против России может занять больше времени, чем надеялись», – констатировал генсек. Столтенберг посетовал на то, что по своей природе войны непредсказуемы, и призвал союзников готовиться к длительному пути. По его мнению, победа Украины откладывается из-за мощных оборонительных линий, возведенных российскими военными. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя, заявил Столтенберг. И все же генсек сохраняет оптимизм, несмотря на то, что контрнаступление явно провалилось. Столтенберг увидел успехи украинской армии, правда не уточнил, о чем идет речь. В самой Украине такого оптимизма не чувствуется. Там скорее надеется не на победу Украины, а на поражение России в связи с гипотетическими перетурбациями внутри страны. Так глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил надежду, что в 2025 году в российском государстве, в обществе и экономике произойдут некие разрушительные изменения и процессы. В итоге 2025 год станет переломным для России. При этом Буданов отметил, что это скорее ожидание, а не прогноз. На сегодня, исходя из имеющихся факторов, вероятность этого есть. Но не забывайте, что эта война с каждым месяцем глобализируется и порождает новые процессы. Они также будут накладываться на ситуацию и будут сильно менять любые предварительные расчеты. Это вызов, с которым уже столкнулись ведущие аналитики мира, заявил начальник Главного управления разведки. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак считает, что украинский конфликт уже прошел отметку в 70% до своего завершения. «Я думаю, никто не знает, когда закончится война. Она закончится очень внезапно. Но все же, если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми», — заявил Ермак. В то же время бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович считает, что с 24 февраля в Украине уже прошли две войны, а сейчас идет третья. По его мнению, первая война длилась с 24 февраля по 2 апреля 2022 года. «Эту войну Украина выиграла вчистую», — заявил Арестович. Далее началась вторая война, которая завершилась 1 ноября нынешнего года. В этот день в британском журнале The Economist было опубликовано резонансное интервью с главнокомандующим украинской армии. Тогда Залужный заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. По словам Арестовича, вторая война завершилась ничьей. «Эту войну мы свели в ничью. Надежд на победу было много, но ничья.
не может победить в войне страна с таким уровнем беззакония, коррупции, аморальности и полным отсутствием смысла. Главная причина отсутствия победы – мы не знаем цели победы, которой добиваемся. Победили, что дальше? Какую страну строим? Зачем? Для чего? Теория разительно расходится с практикой, отметил Арестович. А сейчас, по мнению Арестовича, идет третья война. Ее мы проиграем, прогнозирует Арестович. Он считает, что Россия приняла фундаментальные меры, развивая военно-промышленный комплекс, обходя санкции и меняя внешнеполитический контекст. И теперь в третьей войне Россия твердо намерена победить. Мы же продолжаем воровать, отмечает Арестович. Позитивных сценариев для Украины на 2024 год Арестович не видит, зато видит негативные. Их три. Согласно первому сценарию, Киев, Россия и США договорятся о прекращении боевых действий. Стагнация, мелкие нарушения перемирия, армия спивается и стреляется. Народ в депрессии, десятки тысяч фрустрированных людей возвращаются с фронта, рисует мрачное будущее для Украины Арестович. По второму сценарию конфликт продолжится, однако помощь Запада будет через пень-колоду. Россияне мобилизуются, еще одна Авдеевка. Мы в злобе, скрежете зубовном, пении и сумасшествии. Поиски виновных, перечислил Арестович. Есть еще третий сценарий, который так или иначе сведется к первым двум. Ни с того ни с сего нам дают много оружия, и мы захватываем Токмак. После чего все равно следуют варианты 1 и 2. Начинается потеря лояльности регионов. Я не в состоянии представить Одессу, простившую центру снятия памятника Воронцову. Запад отворачивается. Хуторскую хтонь, коррупцию и сворачивание свобод никто оплачивать не будет, заявляет Арестович. Следующий этап – переговоры, как последняя попытка спасти ситуацию. При этом Москва будет диктовать условия, и ее еще придется уговаривать. В конечном итоге Запад инициирует Минск-3. Про НАТО, да и гарантии безопасности можно забыть уже сейчас. И лжет тот, кто утверждает иначе, констатирует Арестович, с которым в этой мысли трудно не согласиться. Украине также стоит забыть об обещаниях Запада восстановить страну после боевых действий. На это обращает внимание главный редактор издания «Политраша» политолог Руслан Осташко. Запад не хочет восстанавливать Украину, ему это не нужно. Запад хочет из Украины выкачивать ресурсы и деньги, сказал Руслан Осташко в проекте «В теме» на YouTube-канале Белта. Мы же знаем вечную мантру современных украинских политиков о том, что Украина была колонией Советского Союза, захваченная, оккупированная. Но назовите мне хоть один случай, когда в колонию западные страны вкладывали столько, сколько мы вкладывали в Украину, в Прибалтику и другие государства. Оккупанты, как нас называют, не строят атомную промышленность. Оккупанты не развивают территории. Оккупанты выкачивают ресурсы. А эти демократические западные корпорации, которые приходят якобы с инвестициями в Украину, что энергетические, что аграрные, у них одна цель – выкачать из этой земли и из этого народа все ради своей прибыли. У них это официально декларируется. Их не волнуют интересы государства. Их волнует одно – получение прибыли для корпорации. Так устроен капиталистический мир, резюмировала Сташка. Эксперт также высказал мнение о том, как с началом израильско-палестинского конфликта меняется понимание конфликта в Украине и отношение к России, а также каким образом следует использовать переключение внимания на Ближний Восток. Отвечая на вопрос о том, может ли Украина стать неинтересной для США, эксперт отметил: «Нет, конечно. Украину они никогда не бросят. До тех пор, пока существует это государство, они будут использовать Украину как заточку против России». Любой оставшийся на этой территории клочок земли, который будет называться государство Украина, где будут проживать русофобски настроенные люди, будет использоваться. В этом нет абсолютно никаких сомнений. Наша задача сделать так, чтобы под нашим крылом, под нашим боком, если уже оставалось какое-то государство под названием Украина, то оно было дружественно нам. Это вопрос не каких-то геополитических имперских амбиций, как нас пытаются убедить. Это вопрос нашей государственной безопасности. Нашего национального интереса, точно так же, как и национального интереса Республики Беларусь. Общая граница не маленькая, регулярно диверсионные группы вдоль границы бегают, прыгают и порой даже, насколько я знаю, залетают определенные пули. И кто знает, что там переклинит у Зеленского, какие дальнейшие террористические шаги он может предпринимать, сказал политолог. Осташко подчеркнул, что ключевая задача – сделать украинскую территорию максимально безопасной как государство, а также с максимально лояльным населением. Причем я не говорю русско-настроенного населения, пророссийского. Любой проукраински настроенный человек должен понимать, что дружба с соседями, сотрудничество, мир – это совершенно нормально и по-другому быть не может.
Если твой сосед есть сильный, мощный, большой, ты считаешь его своим кровным смертельным врагом, то выбора не остается. Выживешь либо ты, либо твой сосед. В нашем случае, мне кажется, выбор очевиден. Но мы себя так не ведем. Наша задача, чтобы эта земля была как минимум дружественно настроена к нам, а в лучшем случае входила в состав нашего государства. Это мои желания. Наш президент говорит о том, что мы не ставим себе таких целей, и вопрос специальной военной операции в Украине – это не территориальный конфликт, ни в коем случае, сказал эксперт. Спрогнозировать ситуацию вокруг Украины пытаются СМИ. Журнал The Economist выпустил номер прогнозов на 2024 год. В своих традициях издание представило обложку как некий геополитический ребус, разгадать который попробовало украинское издание «Страна». В верхней части рисунка расположились президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин, которые смотрят в глаза друг другу. Внизу Джо Байден и Си Цзиньпин, которые, наоборот, отвернулись друг от друга. Посередине изображена избирательная урна. В 2024 году почти в 80 странах мира пройдут выборы. Голосовать будет большая часть населения планеты. В России и США состоятся выборы президентов. Они должны пройти и в Украине, но пока в Киеве не определились, стоит ли их проводить. Зеленского и Путина разделяют песочные часы, у которых нижняя половина заполнена большим количеством песка. Видимо, это намек на то, что время конфликта заканчивается, либо поджимает одну из сторон, отмечает «Страна». Над головой Путина изображены голубь мира и вероятный победитель выборов в США Дональд Трамп. У Зеленского над головой женский профиль и ракеты. Наряду с прогнозом-ребусом в The Economist вышла статья, в которой предполагается, что украинский конфликт продлится еще несколько лет. Издание отмечает, что Вашингтон имеет возможности одновременно снабжать оружием и Украину, и Израиль. Однако некоторые виды вооружений, необходимые Украине для контрнаступления, могут быть недоступны в том количестве, в котором хотелось бы Киеву. Об усталости Европы на фоне конфликта в Украине пишет китайское издание Global Times. Европа меняет свою позицию и склоняется к переговорам и компромиссам, пишет Global Times. По мнению аналитика Центра учебной подготовки Китай-Шанхайской организации сотрудничества Цуйхэна, поддержка Украины будет снижаться на фоне нынешнего палестино-израильского конфликта, а также в связи с подготовкой Запада к будущим конфликтам, которые, по прогнозам НАТО, могут произойти в Восточной Азии. Итак, если мы посмотрим на картину в целом, инвестиции в Киев определенно уменьшатся, поскольку им необходимо подготовить стратегические планы на будущее, резюмирует Цуйхэн.